Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Парагон, но не совсем, потому что это как бы не официальная версия Парагона, а, так сказать, фан-мейд от одного из, наверное, игроков, его ник Rocket Mania. И вот он выложил вот такую вот сборку, которую вы можете попользоваться и поиграть вместе со своими друзьями. Для того, чтобы запустить эту игру, ничего сложного не требуется. Во-первых, вам нужно скачать саму игру, торрент-ссылка будет в описании. Игру устанавливать не надо, она будет в виде архива, вам останется просто распаковать ее в любую папку, какую захотите, и все, в принципе, можно уже играть. Но не тут-то было. Кроме самой сборки игры, вам еще понадобится фикс, который пропатчит игру до нужной версии. На данный момент это версия 3.3.1, но буквально сейчас, может быть сегодня, в ближайшем будущем, должен выйти патч 3.3.2. И, ну, в любом случае, в описании будет именно нужный. Смотрите там, качайте, и, как показано вот тут вот, разархивируете, в принципе, ничего сложного. Это так же самое будет архив, его вам нужно просто разархивировать и скинуть вот эту вот папочку Overthrow, папку с игрой. Там такая же папка Overthrow, с заменой файлов. Вот, пожалуйста, вы пропатчили свою игру. Теперь у вас нужная версия игры. Но это не все, потому что серверов как таковых у игры нету, так как это фан-сборка, фан-мейд, так сказать. Вам нужна программа, которая создаст вам сетевое локальное подключение. Это Evolve. Ссылка на него тоже будет в описании. Качайте приложение, регистрируйтесь. Обязательно заходите на мыло, которое указывали, потому что там нужно будет подтвердить аккаунт. Без него вы не сможете добавлять друзей. Для того, чтобы добавить своего друга, элементарно, вот здесь нажимаете Friends, вот здесь чуть ниже Add Friends, и вводите ник своего друга и добавляетесь. Пожалуйста, вы появляетесь в списке друга, он появляется в списке у вас. И теперь вам осталось создать лобби. Кстати, не забудьте, после установки программы она попросит вас установить дополнительное сетевое подключение. Не нужно этого бояться, это так и нужно, для того, чтобы между вами как бы создавалась локальная сеть. Как будто бы вы находитесь в одной комнате без интернета, но при этом эта ерунда будет работать через интернет. Те, кто играли через там Хамачи, Тангл, они, разумеется, знают всю эту систему. Те, кто не в курсе этой системы, не бойтесь, все так и должно быть. Теперь давайте перейдем к самому подключению. Вам нужно собраться в Evolve, то есть собрать всех друзей, с которыми вы хотите поиграть вместе. Для этого нажимаете на Evolve, Create Party, и, пожалуйста, вы создаете комнату. Дальше приглашаете в нее друзей через инвайты, и у вас должны быть у каждого IP-адреса. Если же у вас IP-адреса нету, то есть вам IP-адрес не присвоился, значит приложение было установлено неправильно. Но не летите сразу переустанавливать. На самом деле все просто. Если вот во время приконнекчивания, странное слово, во время коннекта к группе у вас горит офлайн, то скорее всего у вас вот здесь вот внизу вопросик такой мигает. Для того, чтобы это исправить, вам не нужно танцевать с бубном. Всего лишь нужно зайти в диспетчер задач, я надеюсь, вы знаете, где он находится, открыть там сетевые адаптеры, и как раз-таки этот вот Evolve Virtual Internet Adapter и будет гореть у вас восклицательным знаком. Это значит, что в нем ошибка. Открываете его, заходите во вкладку «Дополнительные», и во вкладке, точнее не во вкладке, выбираете строку «MAC-адрес», и там справа будет значение, оно будет у вас пустым. Вводите туда какую-нибудь билиберду на английском языке, желательно. Буквально там несколько символов, и нажимаете ОК. Применить, перезапускаете Evolve, и вуаля, теперь вы, когда запускаете пати, подключаетесь к кому-то, вам присваивается IP-адрес. Вот, в принципе, и все. Вы подключились друг к другу, и теперь вам осталось подключиться в игре. Да, еще одно подключение, но все же вам нужно это сделать. Выбираете одного человека, который будет хостом создавать игру. Он нажимает play. Дальше вы выбираете нужную вам карту, например, вот монолит. Выбирайте режим, которым хотите играть, их тут несколько, то есть, допустим, вам рандомно выдаваться герои с банами и так далее. Ну, в общем, это не важно. И нажимаете Select Map. Вот и пожалуйста, вас переносит в меню ожидания. Вы успешно создали сервер, теперь вы ждете, когда сюда подключатся ваши союзники. Или противники, ну, в общем, все, с кем вы хотите поиграть. Для того, чтобы подключиться к серверу, вам нужно скопировать IP-адрес нужного вам человека, того, который создал сервер, нажать Play Overthrow, Connect using IP, и здесь ввести его IP-адрес. Вот и все, вас подключает к этому человеку. Ждете, пока набираются все нужные союзники, противники и так далее. Главный запускает Force Start, и вот, вуаля, пожалуйста, вы играете в игру.
принципе, ничего сложного. Ну, конечно, да, геморнее немного, чем просто запустить игру и нажать play, но игра-то закрылась наша, а теперь остается только вот такой вот выбор. Если у вас есть желание покатать вот в эту версию Парагона, да, согласен, она сырая, она склепана одним человеком буквально на коленке, где-то там на балконе, но все же в нее можно играть, те, кто хотят какую-то отдушину получить, немножко поностальгировать, она неплохая. Система карт тут немножко другая, немножко, конечно, топорные анимации, но все равно это приблизительно тот же Парагон, только немножко смещен в другую сторону и с не тем бюджетом, конечно, большим. Так что, ребят, если хотите покатать, пишите в комментариях, хотите этого или нет, и тогда по воскресеньям мы будем устраивать такой вот воскресный Парагон, а точнее Оверсроу. В общем, будем играть вот в этот прекрасный рогалик. Ну и на этом все, друзья. Если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.